بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. продолжим синтаксический разбор سورة النازعات. мы дошли до двенадцатого аята. قالوا تلك إذن كرّتون خاسرة. то есть они говорят, они сказали мне сюда, они говорят, это то есть возвращение в таком случае невыгодное возвращение. Валю – это феолон мадон, глагол прощающего времени. Маблион аля ддомни, с неизменяемым окончанием, с дома на конце. Почему литтесалих би уави домири, Так как на конце у него присоединилось местомение множественного числа мужского рода вау. Уаль вау а сам вау это у нас ддомирин муттесалун, слитное местомение. Маблион аля сукуни с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. Фи махалли раф иннамес паджа, раф именительного паджа. «Файль» – действующее лицо данного глагола. «Валь-элиф» – алиф на конце, после «месоменевав» – это элифун фари Различительный «элиф». Мы уже несколько раз подробно говорили об этом «элифе». «Валь-фиол-ма-фа-али» – глагол «кал» со своим «файлем» – действующим лицом, то есть «месоменевав». Все это – «жумлятун-фиолейтун» – глагольное предложение. «Истина-фиэтун» или, иначе говоря, «мустанафатун» – возобновленное, новое предложение – لا محل لها من الإعراب نيميت ميستو بوديجي إذا أتى حرف جوابنا تشسيس أتفيرتو مبني على سكون سنيز من إذا أتى إذن إذا أتى حرف جوابنا تشسيس أتفيرتو مبني على سكون سنيز من أمام كنشانم конце. дальше كنسان دالش تلك основе واسنوي بولا то есть حذفت الياء لالتقاء ساكن حرف ياء بوكو ياء ودليل إذا двух دوخ سكونم То есть я и ля ла сукона ляма. Значит, ти это у нас исму и шарит, указательное имя, указательное имя, местомение. Мабни аля сукони с неизменяемым окончанием суконом на конце. Фи махалли раф на месте паджа раф имени паджа. он подлежащее именного предложения. Уалляму ляма уал это у нас харфу частиц, Частица обозначающая дальность того, на что указывает. кафу каф на конце от харфа хитабин, частица, указывающая на собеседника, то есть на второе лицо.

Определение поставлено в состоянии Рафа имени, так же как оно будет в состоянии Рафа имени именительного падежа. У и признак падежа Рафа этом имени, от Дома Тазлахирату в Аахирихе явно и Дома на его конце. У аль подлежащая вместе со своим сказуемым, то есть словом Карратун, все это джумлятуни сметун, именное предложение. Фимахали на месте падежа, нас Почему? Потому что это мафолин бихи лихалу. Потому что это прямое дополнение глагола лихалу. То есть то, что называют макули лихалу. Этого глагола. Следующее это фаинна фаиннамахия заджирату Ведь оно, то есть только одно сотрясение. То есть одно дуновение в Файза альфа это истина фиат. Он указывает на новое продолжение, возобновления речи. Или фауль фасыха. Это то, что называют фауль фасыха. Мы уже говорили об этой теме. В любом случае, скажем ли так или так, это у нас фа это харфун мабни аля Частицы с неизменяемым окончанием. С фатха на конце. Иннама. Иннама коротко их называют ка фатун фатан, То есть частица ма это то, что называют препятствующие. То есть частиц, которые препятствуют воздействию частиц «ина» на другие слова, на их окончание. То есть манят, он мешает, мешающее или аннулирующее воздействие частиц «ина» на окончание других слов. И то есть лишенные своего воздействия на, другие, на окончание других слов частиц «ина», То есть мамнуат, я не мамнуат, амали. Рассматривая как одно целое, про эти две частицы мы можем сказать «мабни а так основа и мабни аля фат, ама мабни аля неизменяемым кончанием на конце. «Хи» — это «ламиру мунфасалюн», раздельное местомение. «Мабни аля с неизменяемым кончанием с на конце. «Фи махалли рафин» — на месте паджа, раф паджа, муптадон, подлежащее именного предложения. «Заджиратун» — это «хабару сказуемое подлежащего. مرفوع بالمبتدا بستاول بدلجاش مستستان رفع في التن بدلج وعلامة رفع بريزن بدلجا رفع يتمي منه الضم على آخره يا ون يضمن يوكنس واحدة اتنعت لزجرة أبساني أبردليني إلى صفة لأسلوى زجرة ونعت المرفوع مرفوع مثل أبردليني بستاول في رفع منه تجري كاكيانوت تجري كاكي بريدوشي بودت مستستان رفع من التن والمبتدأ مع خبره قد لجاش هي إيوا خبر زجرة سواتا جملة سميتة إيمن نوي برلوجينيا إسينة نوَوَيَ زمنا مليون نوي برلوجينيا لا محل لها من الإعرابي نيميت ميست او فادجيا إسلام سنات من شال برلوج من سلية والله أعلم